В таких городах, как Алматы и Астана, у нас должно быть по 1000 ячеек. В среднем в ячейке находится 5 человек. Эти 5000 человек приводят нас с собой на митинг еще дополнительно по 3 человека. Приводят. И получается, что ядро сопротивления — это 20 тысяч человек. Вот представьте себе, что в Алматы и в Астане организованная группа в числе 20 тысяч человек двигается в сторону площади перед зданием Акимата. То же самое будет в Астане, где находится городская администрация. И вот 20 тысяч человек, подготовленных людей, организованных, четко знающих, что делать, двигается в сторону площади. Вы же понимаете, что не будет никакой силы, которой может препятствовать. Более того, вы понимаете, что в наших рядах будут представители и полиции, и вооруженных сил, и национальной гвардии. В наших рядах будут люди, которые владеют возможностью выходить в эфиры. Они знают, как управлять телевизионными каналами. В наших рядах будут и есть специалисты, которые могут разобраться с телекоммуникационными системами, обеспечить непрерывность связи, в частности, интернета. И поэтому мы этими силами, ядром, в этих двух городах, а в других городах численность будет другая, по 20 тысяч человек, занимаем административные здания, занимаем центральную площадь. И к этим 20 тысячам, как минимум, должно примкнуть в 3-4 раза больше людей. Вот, собственно, как мы собираемся занять административные здания. И опять будут обеспокоены слова, что «а если власть будет стрелять?». Я уже сказал, что мы, создав такое количество ячеек, обязательно будем иметь в наших рядах представителей вооруженных сил и полиции. И, уважаемые друзья, все те, кто призывают к оружию, все те, кто говорят, что мы завезем оружие, все те, кто говорят, что мы должны применить силу, они просто дилетанты. Я буду говорить очень резко. Это люди не профессионалы, не понимающие, что говорят, потому что каждое слово, которое они произносят, должно быть обеспечено действиями. Эти люди просто будут призывы кричать, говорить, что давайте мы поставим оружие, возьмем, но они никогда этого не смогут сделать, потому что нет механизмов. А если эти механизмы есть, это фактически приведет действительно к жертвам, притом многотысячным. И мы можем эти шаги сделать без того, чтобы призывать, вооружаться и так далее. Нам это не нужно делать. Нам нужно просто перетянуть на свою сторону представителей полиции и вооруженных сил. Мы это сможем сделать. Вы видели, что и в Алматы, и в ряде крупных городов, Актау, Атырау, Уральск и так далее, большое количество полицейских перешли на сторону народа. Вы это видели в Алматы, когда колоннами переходили военнослужащие. То есть миллионы, когда хотят перемен, в этих миллионах будут и представители вооруженных сил. Поэтому они перейдут на сторону народа с оружием. Вот чего мы должны добиться. Для этого должна быть масштабная агитация. Должна быть активная работа, чтобы мы организовывали эти ячейки и организовали штаб. Штаб, который будет координировать деятельность протестующих по всей стране. Фонд «Открытый диалог» начал кампанию по сбору средств для поддержки гражданского общества на международной арене и привлечении к ответственности злостных нарушителей прав человека в Казахстане. Все, кто хотят присоединиться и поддержать международную защиту политически преследованных и добиться включения в персональные санкции лиц, ответственных за репрессии в Казахстане, могут выслать пожертвования с банковской карточки по ссылке. Первое. Пройдите по ссылке. Рекомендуем через VPN. Второе. Нажмите на «Пожертвовать сейчас». Третье. Заполните бланк. Для анонимности не забудьте отметить это. Четвертое. Заполните карточные данные. Нажмите «Продолжить». Пятое. Перешлите ссылку на сбор средств через Telegram или WhatsApp своим друзьям.